Анонс и точки до выхода 308 серии турецкого сериала «Плен». 308 серия сериала выйдет в эфир 3 апреля. Ранее в сериале мы увидели Неву, которая следует за тем, как Орхун и Хира проводят время вместе с Али. Женщина понимает, что нужно для того, чтобы разлучить влюбленных. Она говорит себе, что должна начать перерезать все нити, которые связывают Орхуна с Хирой. И первая ниточка, которую ей необходимо разрезать, это Али. Ей кажется, не волнует то, что может случиться с ребенком. Для Невы самое главное – это заполучить в свои руки Орхуна Демирханлы. Нева встречает Орхуна у лестницы. Она говорит, что ему не стоит переживать из-за Али. Ведь Нева всегда будет рядом, но смотрит на нее с удивлением и непониманием того, что она от него хочет. Орхун говорит Неве, что он и так ни о чем не переживает. Нева чувствует себя от этого немного сконфуженно. А Фифа встречается с Нуршах. Она говорит дочери, что если не будет делать все по ее указке, то очень многое потеряет. Нуршах это уже порядка надоело, и она срывается на мать. Девушка кричит, что ей стоит держаться подальше от них и от их личной жизни. Орхун становится свидетелем этой картины. А Фифа приходит к Шевкету. Женщина говорит, что беспокоилась о его самочувствии. Мужчина старается убедить ее в том, что ему уже становится намного лучше. А Фифа нежно касается руки мужчины и улыбается ему. Шевкету в этот момент кажется, что даже мир замер, давая ему побыть в такой приятной ситуации с женщиной, которую он очень любит. 308 серия сериала выйдет в эфир 3 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.